Привет, меня зовут Ирина, добро пожаловать на мой канал, и сегодня будет традиционная рубрика, это предзаказ нового каталога, и он посвящен Черной пятнице, будет действовать всего лишь 2 недели, с 14 по 26 ноября. И сейчас я буквально последнее приготовление, я вчера была в спа, но тем не менее, обычно я перед каждым обзором каталога с утра мою голову, а это сейчас, чтобы освежить, прям при вас. Это сухой шампунь для волос. Я посмотрю, как он будет работать или не будет работать. Обычно я, честно говоря, не люблю сухие шампуни, потому что я считаю, что всегда лучше голову помыть. Ну, как бы так. И у меня еще есть одно средство. Это у меня уже заканчивается. Сияние дает волосам. Сейчас я вам прям покажу, будет ли это сияние или нет. Я его делала. Мне кажется, сияние не очень, но, может быть, на камеру будет лучше. Так. Вот. Вы обычно меня всегда просите показывать там макияж, еще что-то, как я готовлюсь перед съемками. Ну, вот прямо сейчас реалити-шоу. Этот шампунь я заказала для дочери, не для себя. Она у меня просит. Плюс в следующем каталоге я обязательно захожу для жирных волос. А это для объема волос. И последнее приготовление номер 3. Это, конечно же, аромат. Я никогда не могу записывать обзоры, не нанеся какой-то аромат на себя, потому что это не настроение. У меня на моем компьютерном столике есть дневные ароматы, я вам об этом рассказывала. В общем, мой любимый аромат. И этот аромат безумно подходит под мое новое украшение. И весь этот образ, сегодняшний макияж был посвящен вот этому новому украшению Норхен из натурального камня. Гранат, багряный гранат. Очень люблю подвески на короткой цепочке. И посмотрите, какие интересные сережки. В общем, это мой стиль. Когда я увидела, что оно появляется в каталоге, я так сразу, первое, это мое будет украшение, потому что я безумно люблю вот такое вот направление. И это еще камень, натуральный камень. Похвастаюсь вам вот такой вот замечательной сумочкой. Она свела меня с ума, настолько она классная, удобная, стильная. И нам за 199 рублей. Вообще, компания Oriflame реально нас очень балует всякими такими подарочками. Я считаю, что это подарочек. Потом, потому что есть сравнение, уже показывали в такой же стилистике кошелек Guess стоит 10 тысяч сумочка. Удобный такой формат. И под телефончик, и сюда даже влазит паспорт хорошо. И компания нас засыпает вот такими классными акциями. Если ты размещаешь заказы по 50 баллов, то по акции активности ты что-то получаешь. Например, в следующем каталоге, в этом каталоге, нет, получается, в 15-м каталоге размещаешь заказ на 50 баллов, в текущем 16-м размещаешь тоже заказ на 50 баллов, и парфюмерная вода Giordani Gold, она за 199 рублей, так она в районе там 2500 стоит. И я хочу сказать, что делайте дальше минимум по 50 баллов, там еще вам компания приготовит какие-то приятные подарочки, приятные акции. Также то, что я получила в прошлом каталоге заказик, не успела вам показать. Также то, что я буду заказывать по Черной пятнице. И здесь у нас такая интересная тема, как 14 принципов умного смарт-шоппинга. И также я поделюсь, расскажу свое мнение. Немножко припозднила с обзорчиком, все потому, что я была в отпуске, отдыхала в Сочи с мужем 2 недели, но тем не менее 5 часов в день, это был мой рабочий, у меня столько было энергии. Оставила в коробочке специальный заказ, во-первых, это кошелек, наверное, думаю, все они узнают. Коктейль шоколадный вкус, также пришел по акции с Wellness Pack'ом коктейль в подарок. Заказала третью кисточку для тональной основы, потому что это реально расходник, и не всегда получается ее мыть, да, а хочется, чтобы кисти всегда были свежие, чистые. Это залог красивой кожи без прыщей кожи. Вот, для дочери сухой шампунь. Это на Новый год уже будет. И здесь у меня украшение Норхен. И сейчас у нас 11.11. будет Черная пятница. И принцип номер один умного шопинга — это составляй виш-лист. Это убережет тебя от импульсивных покупок, и ты закажешь то, что хочешь по-настоящему. На самом деле сейчас очень важно его составлять, потому что впереди у нас Новый год,
И тут важно посчитать количество подарков, которые вы будете делать. Ну, понятно, там свои родные, там вот раз, два, три, четыре, пять, это семья, да? А еще ближайшее окружение, это у меня там школа только там 5, 6, 7, 7 подарков еще и педагогам, кружки и так далее, да, это мое окружение, мои знакомые, да, это минимум 10 подарков, несмотря на то, что это родные, близкие, и вот сейчас, именно в данный момент нужно составить виш-лист и либо на какую примерную сумму вы хотите сделать подарки. Прямо сейчас я начинаю уже готовиться, также у меня хомячковые запасы, которые в течение года я собираю, у меня есть такая волшебная коробочка, когда куда бы мы ни пошли, у меня всегда есть в запасе, или я могу сделать какой-то наборчик. И еще один момент. Сейчас очень выгодно на Wildberries, на Озоне брать упаковку, да, различные варианты есть, так же как и ленточки, там стикеры с Новым годом, и самому уже комплектовать подарки. Успейте сформировать такие подарки, наборы уже сейчас, чтобы показать вашим знакомым, да, выложить в сторис, статусы, и у вас по-любому будут заказы, особенно у нас такие классные цены. Принцип номер два умного шопинга – это всегда проси виш-листы у своих знакомых коллег, друзей. Так ты можешь сравнить, что-то для себя увидеть, да, может быть, ты не заметил какую-то акцию. На самом деле, помимо того, что я буду заказывать в Oriflame, у меня уже руки трясутся, я хочу заказать себе две новые палеточки – Huda Beauty и Natasha Denona. Они уже вышли 2 месяца назад, но я прям вот очень-очень их хочу. Это будет у меня подарок, оттягиваю к Новому году, плюс еще одна палетка, третья под Маград. А, да, вот она, моя малышка, еще. Каждые 2-3 месяца я заказываю новую палетку. Вот она, моя любимая Пэт. Буду собирать всю коллекцию гробиков. Принцип номер 3. Дари ему новые ароматы, которые сочетаются с твоим парфюмом. Хочу сказать, что у меня всегда есть вся линейка Giordani, Possess. Это вот такие любимейшие ароматы, которые идут со скидкой в текущем каталоге. У меня всегда их много. Так же, как, не знаете, это вот дорогой, роскошный, премиальный аромат. И вы не отличите от люкса. Ой, люблю линейку Giordani, так что это уже запасики. Ароматы на любой выбор. Все мужские, must have. Ну, а если вы хотите сделать приятное, и не знаете, подойдет ли аромат, это беспроигрышный аромат Excite, который подходит и нравится всем мужчинам, которые его тестировали, ну, потому что реально крутой запах, и это один из моих фаворитов, ну, который тоже есть у мужа. Приятная цена. Тут у меня бусинка отвлекает, палочку свою хочет достать. Да. Ароматов много, скидки. Классно. На любой вкус. Хочу заказать себе вот эту воду. Как вы знаете, это мой самый любимый аромат. Посмотрела, у меня всего лишь одна в запасе. Эту недавно только открыла, поэтому наверняка закажу 2 сразу. Вот такой цель. 4-й принцип умного шопинга – это вкладывайся в качественный, хороший, эффективный уход за кожей лица. Но я не буду говорить о важности. Но, кроме того, качественный уход позволит тебе потом сокращать, наверное, средства декоративной косметики. Но это не точно. В общем, но уход за кожей лица, он очень важен в любом возрасте. Мне очень нравится сыворотка с 10% витамином С. Думаю, тоже, возможно, закажу себе. Здесь практически 50 на маск. Принцип номер 5. Заботься о здоровье твоего кишечника. А в будущем это поможет себе сократить на расходы
уходовых средств. Для себя отметила, что когда я принимаю пребиотик, меня меньше высыпает, и кожа, она великолепная, она прекрасная, поэтому хомячковые запасы, всегда у меня есть пребиотик, и когда есть акции, я обязательно заказываю. Принцип номер 6. Качественная тушь не обязательно должна быть дорогой. Must-have есть не только в люксе, вы обязательно найдете их в Oriflame. Сейчас я покажу мои любимые туши. И хочу сказать, за, наверное, 20 лет я не покупала ни одной туши из люкса, хотя мне приходили маленькие travel-версии, и я пробовала щеточки, кисточки, и вот что-что, но вот у меня рука, ну, никак не тянется покупать Oriflame-овскую тушь. Есть туши, которые вышел срок годности, но я оставила их для того, чтобы показывать кисточку, щеточку. Я знаю, какие, например, вот эта легендарная тушь вышла, но я поменяла мою любимую щеточку на тушь, которая с действующим сроком годности. Цены радуют, впрочем, как и карандаши. Приятные цены, я вам показывала их. У меня полная коллекция карандашей. Очень интересный вариант решения макияжа. Вау, марафон помад. Том. Для губ карандашки. У меня всегда в запасе есть карандаши для бровей. Мне кажется, мои самые-самые любимые. Так же, как и для губ. Дополняем коллекцию ароматов. 40% скидкой. Love Potion. Чтобы с собой взять, когда у вас предвидится свидание. Принцип номер 7. Это запоминай момент, когда ты открываешь новую косметику, косметическое средство, тушь, посмотри срок годности и сделай обратный отчет. Ты можешь в календарике себе в телефон напомнить, что через 3 месяца тушь, через 6 или 12 месяцев тональное средство или крем, что его нужно выбросить, потому что в будущем это тебе позволит сэкономить на воспалениях от просроченной косметики, уже не говоря о туши. И загуглите, узнайте, как важно выкидывать тушь через 3 месяца. Я реально задумалась над этим. Смотрите, как очень просто. Вы себе в заметках пишите просрочка и просто пишите раз, два, три, да, январь, февраль, март, апрель, май, по месяцам. И видите, вскрываете упаковку и тут же находите месяц. Ага, май 2023 года, например, да? И туда записываете тональный крем Giordani Gold. Да, и получается у вас по месяцам, и раз в месяц вам нужно просто будет заглядывать в свою просрочку, раз в месяц подчищать, выкидывать то, что уже просрочено, раз в месяц, да? Мне кажется, это вообще классно. Кстати, как вам идея? Сегодня создам себе такую заметку и посмотрю то, что я вскрыла, потому что мне нужно прежде всего сейчас вспомнить какие тональные средства, когда я покупала и открывала, потому что это как банка с вареньем. Как только открываете, все, срок годности вашей банки с вареньем, огурчиков и так далее, да, пошел. То есть здесь уже продукты портятся, никакого эффекта не будет, особенно касается важно туши. Мне сейчас надо перебрать свою тушь, посмотреть и уже отдельно взять коробочку, прям отложить, это практически все 90% туши, вот, и эти туши я буду показывать вам только кисточки, только вот показывать то, что нужно сейчас. Так, особенно перед Новым годом надо прям очень хорошо все почистить. Принцип номер 8. Позаботься о воспалениях правильно и своевременно. Это поможет предотвратить новые и заодно сэкономить на покупке пудры и консилеров. В отпуск я брала с собой вот это. Мне очень нравится с линейки Novage против воспалений, потому что когда у меня новая среда, новые продукты питания, меня очень-очень сильно сыпет. И, знаете, я поняла, что мне нужно брать во все свои путешествия еще и пребиотик, потому что нужно как раз еще работать с микрофлорой кишечника. Ну, а у дочери у меня вот такой вот оранжевый. Ну, и так как ее сейчас сыпет, это ее серия. Ну, у нее переходный период. Же вся линейка Novage, особенно если у вас несовершенство кожи.
Кстати, несмотря на то, что очень бюджетное очищающее средство, в отпуск брала я именно его, сюда перевела, вот, и пользовалась им. Мне нравится, как оно справляется с очищением, в общем, классное. Конечно же, в запасе у меня всегда есть патчи. Брать? Да, конечно, брать. Мне очень интересна с ними история. И многие говорят, что эти патчи дорогие. С одной стороны, я соглашусь, да. И многие говорят, я хочу ведро, такую упаковку, что там было 30 штук, еще это там стоило там копейки, да. Когда я покупаю что-то, покупала раньше на зарубежных сайтах, мы всегда в довесок вкладывались какие-то подарки. И одни из подарков были патчи для глаз, корейские патчи, как вот сейчас говорят, я покупаю корейскую косметику, мне нравится корейская косметика и так далее. Ну, в общем, я вот решила взять корейские патчи, ну, чтобы быть красивой. Ну, они у меня давно уже лежали. Вот. И какой же у меня был шок. Сейчас я вам покажу. В отпуск я взяла корейские маски. Вот у меня такие были патчи для глаз. Они у меня лежали год, но я посмотрела по сроку годности до 23 года. И смотрите, там вообще нет жидкости, не плотное прилегание. Это первая маска. А вторые, я посмотрела, открывая пачку, а они пустые. Представляете, пустые. Я пыталась там найти внутри что-то, может быть, там есть. Нет, они пустые. Вот, поэтому у вас вот это вот корейский уход. Я посмотрела, загуглила, эти патчи стоят 51 рубль, там 38 рублей. Да, потрясающие патчи. Никакого увлажнения, это вот просто резинка, которую я приложила, вообще ничего. Корейский уход. А что было дальше? Я умывалась, наверное, раза 4. У меня настолько вот эта вот область щипала, причем я записывала, ну, буквально минуту, а там, чтобы сфотографировать, и все, я их сняла. Такое ощущение, что мне как бы перцовый пластырь налепили. Это такая была дикая аллергия. Я до 12 ночи, я смывала, я не могу, меня жжет, у меня прям, прям не то, что вот был там сильное, что покраснение, но печет. И только под утро кожа как-то успокоилась, и я такая, нет. Экономить можно на чем угодно, но только не на своей коже, поверьте. Говоря, положа руку на сердце или на грудь, у меня где-то 90% это косметика Oriflame и 10% как-то это из это декоративная косметика, это палетки люкса, такие вот, да, там еще какие-то наборы приходят, подарочные, косметика. Поэтому я люблю тестировать, что извне, да, что происходит. Но вот, знаете, есть ресторан, а есть домашняя еда. Вот Oriflame для меня домашняя еда, и я знаю, что я не смогу навредить как-то коже. Ничего такого не произойдет там сверх чего-то, да, потому что прежде чем выпустить продукт, компания долгое время его разрабатывает, тестирует. У нас есть специальная серия, которая тестируется очень долго, проходит исследование. В общем, это мои такие выводы. Может быть, у вас были какие-то подобные истории? Пожалуйста, напишите в комментариях. У меня осталась всего лишь одна баночка астаксантина в запасе. Когда ездили в отпуск, мы брали с собой дополнительно витамины, пили. То, что я закажу сейчас много, это астаксантин. Он у меня всегда есть в запасе. А тут я вскрыла последнюю баночку. В отпуск я брала целую упаковку. И вы знаете, несмотря на то, что я приехала с Москвы, и, видимо, что-то я в аэропорту-то где-то подцепила, либо вот акклиматизация была, потом буквально чуть-чуть, и сразу я поехала в Сочи за несколько дней, и вот у меня дочка заболела, у нас все поголовно, у нас был вирус в школе, ну, у меня было 37, но я чувствовала ломка, и вот с этим эффектом я поехала в Сочи. А через 2 дня я уже купалась при температуре 14-16 градусов. Я купалась в море с температурой 19 градусов. Ну, в общем, мы решились. Сейчас будем загорать. И, наверное, не знаю, посмотрим. Может быть, сплаваем. Посмотрим. По-моему, я сумасшедшая. Короче говоря, вода очень холодная. Ноябрь месяц. Давай, сможешь. Она смогла.
прощай. Дочка такая же сумасшедшая. Голубчик, подожди, пока гостей не скрутишь, очень бежим голос. Да, да, самый крайний билет туда прям подальше. Достаточно легко. Ну, классно. Ура, я это сделала. Я проплыла достаточно далеко, то есть дальше, чем самый крайний берег. Температура воды холодная, обжигающая, но кайф, кайф. И даже сейчас я вышла с моря, я думала, что я замерзла, мне нужно будет полотенце. Ну так, температура показывает 16 градусов на улице. Я, наверное, сумасшедшая, но я люблю очень сильно плавать. Сейчас покажу, куда заплывала. Ох, я не могу так. Мне нужно постоянно ставить какие-то рекорды, их преодолевать, что-то вот невозможно. Если другие могут, значит, и я смогу. Я вижу, что другие купаются, значит, я же тоже смогу. И вы это можете. Вы даже не представляете потенциал своего тела. И плюс, когда я плавала, я еще и медитировала. Прелесть. А сейчас даже и не хочется одеваться, хотя дочка взяла с собой куртки. То есть наверху мы ходим в куртках, а здесь мы загораем внизу. Ну, где мы живем, в горах. И в это время я усиленно принимала астаксантинчик. Знаете, как антиоксидант, там 3-4 прям капсулы. А потом мы купались в бассейне. А также была температура воздуха где-то 14-15 градусов, похолодало. И в первый день была температура 22 градуса, открытый бассейн. А второй день это 24, потом 26. Мы уезжали 27-28. И я каждый день купалась в открытом бассейне. Короче, по-моему, я идиотка, но я сейчас буду купаться. 13 градусов на улице. Мой там уже плавает. Вода 22. Да не, нормально. То есть ты когда плаваешь, в принципе, тебе хорошо, когда ты много плаваешь. А вот когда ты вылазишь, тебе нужно дойти еще в купальнике до раздевалочки, чтобы там при уличной температуре прогрелась вода в душе, а потом еще нужно дойти до своего номера, еще если мокрая голова где-то как-то, мне дочка вообще там ныряла. То есть для нас, вот нам главное был астаксантин. И вот это вот, знаете, когда вот с одной стороны доверяй, но проверяй, но вот я надеялась всегда на астаксантин. И сейчас вот дочка накупалась, мокрая голова, она где-то больше часа прыгала сюда, туда, сюда, туда, сюда, в бассейн. С разбега. И вот мы приехали, у нее 37. Никаких симптомов, ничего, но вот 37 есть. Есть, и вот сейчас она у меня пьет усиленно еще дополнительно к витаминам астаксантин. Я не знаю, штучек 5, наверное, я возьму, тем более скидка есть 15%. Ну, я не знаю, сколько, но, в общем, я каждый раз себе, когда накидываю все в корзину, да, и такая так, все, хватит стопы, 200 баллов, и так чик-чик-чик-чик-чик, начинаю убирать. Всего один парфюмированный спрей остался в запасе, поэтому обязательно возьму его. Дочери закажу сухой шампунь, у нас закончился, я взяла обычный, и даже нам пришлось в отпуске, я забыла заказать, покупать в магазине обычный сухой шампунь, ей они нравятся. Конечно же, пополнил запас, сейчас у меня две пасты зубные, но их никогда не бывает много, потому что, может быть, еще мама спросить, или я в подарок, когда формирую наборчики, вкладываю, цена приятное и качество отменное. А еще у меня, оказывается, закончился вот такой дезодорант спрей. Пополню, мне нравится вот этот вот и вот этот вот больше всего, мне кажется. Может быть, вот это закажу. Я его больше всего, чаще всего заказываю. В моих хомячковых запасах всегда есть примерно 3 набора шампунь, кондиционер, молоко и мед. Возможно бы я и заказала, но до этого затаривалась. Это самый любимый шампунь-кондиционер моей дочери. И когда мы ехали в отпуск, я специально ей отливала. Принцип номер 9. Вкладывайся в дополнительный уход. Он не обязательно должен быть дорогим, он должен быть качественным. И у меня очень много продуктов, масочек из линейки Love Nature, Optimal. Принцип номер 10, честно говоря, я им не пользуюсь. А нет, у меня есть одно средство.
Это шампунь 2 в 1, серия для объема, такой фиолетовенький. Что такое принцип номер 10? Это умный равно экологичный. XXL продукты экономят не только деньги, но и пластик. Одна большая бутылка равно 2 маленьких. И у нас вот здесь такая категория надо брать. Это шампуни, которыми мы часто пользуемся. И принцип номер 11. Выбирай проверенные составы. Натуральность и биоразлагаемые формулы приносят эффект не только волосам, но и окружающей среде. В моих новичковых запасах оказалось еще достаточно скраб-шампуня и мало масок. Я их часто беру с собой в спа. Сейчас они с такой вот скидкой хорошие пополнены. Да, закажу вот эти. Ой, еще и банановая у меня полностью закончилась. Принцип номер 12. Следи за новинками, и в период распродаж можно поймать супер новиночки по выгодным ценам, а еще и замечательные вот такие вот, например, недорогие продукты, например, новиночки — это крема для рук, и это классные компоненты к подаркам, да, это комплектующие. А ты знаешь, что у яблок более 8000 сортов, и это самый разнообразный фрукт на планете, ну, либо один из самых разнообразных. Так вот, принцип номер 13 я как раз-таки прочитала на страничке, где рассказано было об этом факте. Так вот, какой принцип номер 13? Никогда не экономь на своих детках. Всегда ищи проверенные и безопасные составы, и, конечно же, самые вкусные ароматы. И вот этот аромат дочка сейчас полистала, говорит: мама, 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 закажи, несмотря на то, что она мне уже подросток, ей 12 лет, и она пользуется немножечко другими ароматами. Для нее вот этот вот вкус детства, когда я заказывала вот эти спреи для тела, она говорит: мам, я буду это носить после душа вечером. Ну, тоже она любит ароматы и вот этот запах клубнички. Кстати, я-то знаю, что клубника и роза из того же семейства, и это один из самых узнаваемых ароматов. Тоже факт, который написан в каталоге. Я очень много узнаю о косметике, листая каталоги, поэтому приятно узнавать такой вот альманах. Ты читаешь, что-то изучаешь. Заканчивая каталог, у нас принцип номер 14. А какой он? Покупай рефилы. Так ты можешь, во-первых, сэкономить, и второе, это легкими, маленькими какими-то действиями спасти планету. Казалось бы, да, меньше пластика, очень выгодно, удобно. И плюс еще 50 рублей бонус-копилочку. Ну, я думаю, что гель интимной гигиены ты уже давным-давно покупала, знаешь, он одобрен гинекологами. В общем, классная штука, поэтому берем. Вот такой вот был каталог, и последняя страничка, надо брать, ну, конечно же, это дезодоранты. Каждый раз, когда со скидками, я их заказываю. И 14 принципов выгодного шопинга. Благодарю за внимание, благодарю за лайки, благодарю за ваши комментарии. Прошу, хотя бы оставьте хоть какой-нибудь комментарий, лайк. Это помогает в продвижении моего канала, и так мое видео будет показываться в рекомендованных. Благодарю. До скорых встреч. Пока-пока.